Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы поиграем в самодельники и игры про... которые Super Mario Bros, короче, 8-битного. Последний выпуск вышел где-то в сентябре прошлого года, давно не было. Пришло время вновь сыграть. Тем более, один из тех, кто присылал свою игру, уже несколько месяцев ее ждет. И, собственно говоря, за долгое затягивание приношу искренние извинения, и давайте начинать. Он скинул первую версию, но я ее не принял, поскольку новых уровней я там не обнаружил. Ну а то, что там ремейк, типа старые уровни из оригинала заложены, типа в измененном таком меню. Ну блин, ну старые уровни это неинтересно, хочется именно новые уровни смотреть. Поэтому он кинул мне вторую версию с новыми мирами. Собственно, давайте на Original World сначала зайдем. Я так понимаю, это обычный этот... Обычный Супер Марио. Самый обычный Супер Марио, я так понимаю. И, кстати, я вам расскажу... Ну, мы сейчас кратенько один уровень просто пройдем и все. Посмотрим, есть ли вообще тут изменения какие-то или нет. Ну, скорее всего, нет. Я вообще, когда Super Mario Bros. Java Edition делал... вот уровни... Все уровни из первой части, из оригинальной, они были заранее изготовлены автором самого редактора этого. Там есть файлик, и вот, собственно, его я использовал для создания игры. Собственно, там уровни из первой части уже были готовы, их оставалось только немножко пофиксить, там в некоторых уровнях были недоделки. В общем, простите. А вот уровни из Super Mario Bros. 2 Lost Levels уже пришлось создавать с нуля, самому. Так, в том числе, также пришлось создавать с нуля и... Ну, понятно, тут, короче... Также пришлось создавать с нуля все те уровни, которые были в Deluxe-версии. Давайте New World смотреть. Так, ну давайте New Levels сразу посмотрим, что у нас тут. Сразу водичка ждет нас. Окей, вот это уже более интересно становится. Я вообще думаю, может быть, какую-нибудь еще супер делюкс версию сделать, в которой были бы... Можно было бы добавить еще еще где-то, может быть, 4 мира из Fantasy World, то есть своих уровней. И, может быть, вот поскольку в Classic Worlds там как бы все уровни из Super Mario Bros. 1 и Super Mario Bros. 2 Lost Levels. А, там в трубу, наверное, заходить надо было. Сейчас проверим. Да. То есть 64 уровня из обеих игр. А вот Special World всего 32 уровня. Super Mario Bros. Special. Может быть сделать еще 32 каких-нибудь своих уровней. По концепции похожих, но тем не менее своих. Так, ядовитый гриб. Надо, мне кажется, попробовать. Мне кажется, реально идея неплохая. И надо попробовать. Может быть, займусь как этим, когда свободное время будет. У меня сейчас времени не очень... Опа! Вы это только что видели? Она только что появилась, по-моему. Вот эта вот фигулиная лестница просто реально... Блин. Просто реально появилась перед нами буквально. Блин, а у нас есть шанс жизнь потерять сейчас. Ну ничего, сейчас посмотрим. Вот, видите? Лестница появляется вот так вот. Странно немного. Так, отлично, прошли первый уровень. И то у нас одна жизнь осталась уже. Можно
может еще что-то вставить, не знаю, какой-нибудь еще один режим, блин. Давайте этот фриплей запустим. Там есть этот фриплей мод же вроде. Надеюсь. Да, фриплей мод. Моя идея, собственно, конечно же. Потому что я первый реализовал это в Super Mario Bros. Evo Edition. Так, давайте. Первый мир, а всего сколько миров, интересно. Так, ну давайте второй. А тут их 5, я даже смотрю, не 4. Опа, хорошо. А это лабиринт или нет? Угу. То ли вниз, то ли вверх надо, я что-то не запомню. Нет, все-таки наверх. Окей, огненный цветочек. Надо, наверное, погромче чуть-чуть сделать. А то очень тихо. Это что еще за хата такая? Осталось 15 секунд, я не знаю, как я это успею за 13 секунд сделать. А не, успею. Отлично. Опа, хорошо. Блин, я думал, она поднимается вверх. Потом. Ой, блин, я опять чуть на это не повелся. Ой, ну блин, это сложно. Одна жизнь осталась. Блин, я еще и не допрыгнул до сюда. Ну капец, фигово. Давайте этот четвертый, может, сразу. Подземка такая вот, лабиринт. Ну давайте понизу, не знаю. Лабиринт 2. Так, теперь вот здесь попробуем пойти. Ага, правильно, теперь поверху. Нет. Видимо, по этому поверху надо было. А, нет, понизу, может быть. И не понизу, значит, ну здесь тогда. Лабиринт 4. Ага, угадай, в какую войти. Вот сюда, пробуем.
А, это не на смерть меня кидает, хорошо. Ай, подождите, или я угадал трубу? Я, походу, угадал трубу. Ну-ка. Вот сюда попробуем. Да, блин. Они издеваются. Я сейчас время закончится. Мне сейчас кончится время. О, все, я нашел выход, но это... Но у меня кончилось время. Ну ничего, я вроде запомнил. Все, сейчас разберемся. Так, один по низу. Второе посередине. Третье опять по низу. А, нет, не по низу. Здесь, 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 здесь. Четвертый. Вот эта труба вроде. Пятый. Вот эта труба. А, нет, не это, не это. Вот это верхняя, наверное, вот это. Да. Хорошо. Отлично. Это была даже не подземка. А просто подземка, косящая под подземку. Улица, косящая под подземку, да. Пятый уровень и замок. У, блин! Вот это было фигово. М, это типа Марио или это на меня отсылка такая? Ой, а что же делать-то? Вот так. Ждем, когда они все вниз пойдут. Опа, вот тут уже посложнее будет. Ждем. Да блин, ну это... А чекпоинтов-то нету? Ну, тут, видимо, еще рассчитано на то, что мне должен быть еще грибок. Я не вижу других вариантов. Ну там. Не, в принципе, наверное, через эту пройти и можно, но что-то. Но я что-то не вступляю как. Хотя, когда у меня Луиджи большой, через этих рыб поверху проплыть будет немножко тяжелее. Хотя, посмотрим. Да блин! Ну ё-моё, ну блин, ну это сложно очень. Это очень сложно. Я хочу попробовать еще раз. Давайте все-таки попробуем пройти этот уровень еще раз. Блин, не туда зашел, ё-моё. Зашел не в трубу. Мне фриплейный режим нужен. А второй мир вообще есть или нет? Ну-ка. А, серьезно, второй есть? Блин, ну это... Не, давайте я сначала попробую тот финальный пройти сначала. Из первого.
Вторая попытка, если не получится, перейдем ко второму. А я допрыгну вообще туда? Допрыгну. Так, приехали теперь сюда. Блин, а я ж теперь не пройду то место. Ну, блин, ну тут без гриба хрен пройдешь. Попробуем еще раз. Ой, я проскользнул через эту фигню. Блин! Л. Луиджи, типа, наверное. Л. Опа, вот это сложно, блин! Я сдох тут, ё-моё. Так, нет. Нет, я не хочу это заново проходить. Давайте, короче, сразу следующий мир. Это очень сложное место, но интересное. А он 10 миров планирует. Ну, вряд ли уж сразу в одной версии все сделаны. Конечно, не сделаны. Раз уж это бета. Ух, ёшкин кот, как мне через них всех... Что там наверху? Бонус. Что-то тут надо было пересечь, я пропустил это. Ой, господи. Да блин, ну что-то их тут много сильно. Что тут вообще было? Ну-ка дайте посмотреть. Угу, понятно. Thank you.
Вас так много, а я лишь один. Вам, наверное, надо бы встать в очередь. Ого, ничего себе, вот это спуск, блин. А почему упал? И вытолкнули, что ли, его? Да блин, а как мне подняться туда? Да дайте мне туда подняться, а? Без потери грибка, блин. Или это невозможно? Окей, так. Тут стебель есть. Блин, а как же я туда прыгну, если там черепахи ходят? Ну, как я туда прыгнуть? Я же сдохну по-любому. Что? Что-то я не помню этого места. Где я заспаунился. Welcome to Warp Zone, что ли? Я умру, да? Если я сюда... Ну, давайте зайдем. Я так и знал, потому что у меня в моей игре тоже такая фигня была. Да ё-моё. Так, давайте сразу в третий пойдем. Это подстава, да? Надо еще посмотреть, что такое Extras Worlds и где еще какая-то там World. Developers, ё-моё. Посмотрим. Ну давайте сначала во второй. И в третий уровень сразу. Так, по трубам. Это что, типа лабиринт, что ли, такой, или что это? Да ёшкин декота. Давайте наверх попробуем пойти. Да блин, ну как, я же прыгнул. Прыгнул я на нее. Как же так-то, ё-моё? Как это может быть? Так, наверх надо же на самый, да? Ой, тихо. О, блин, она уезжает, а мне некуда прыгать. Сложный же ты уровень сделал. Но тьме меня не интересные. Это... О, хорошо. Нет, не трогайте меня, блин. Ой, давайте сразу в четвертый. Это надолго затянется, я чувствую. Хотя нет, давайте еще раз попробуем третий. Подождите. А! Третий мир недоступен, видимо, только первые два. Давайте все-таки третий еще раз. Потом надо будет посмотреть, что за Extras Worlds и Developers. Developers. Не припомню, как оно правильно пишется точно. Да блин!
ну какие же ты, блин. Ой, блин, молоточки летят в меня. Опа, блин, тихо. Так, я надеюсь, этот панцирь где-то там назад не поедет. А то сюрприз неожиданный это будет для меня. Ну, я так понимаю, нету. Да сколько же этих черепах-то здесь, а? Нет, нет, все, сразу давайте в четвертый. Я так такую фигню я точно не пройду. Маленьким Марио через такие пираньи прыгать, это интересно, конечно, но сложно очень пока для меня. Давайте сразу в четвертый. Чем этот уровень примечателен? А, я так и думал, опять такая же подземка. И опять лабиринт. Давайте по старой же тактике пойдем вниз. Нет, неправильно, я так и думал, вверх надо. Ну, теперь вниз попробуем пойти. И мы оказались неправы, идем посередине. Тоже неверно, вверх надо. Да блин. Ой, что это со мной такое-то? Да блин. Господи. Да блин. Вот как не вовремя, а. Да блин, а. Вниз. Сюда. Да и твою ж мать, а. Ну блин, а, вот это подстава опять, а. Мало тут подстав. Оба. Опять угадай трубу. Не знаю, давайте эту попробуем. Нет? Эту? Нет? Эту? Нет? Эту? Нет? Остается последний вариант. Короче, структура у нее такая же. Попробуем, давайте в самую последнюю, может, верхнюю. Неверно. Неверно. Неверно в этот раз. Неверно. О, верно. А тут уже много что-то труп. Ну, ё-моё, у меня здесь секунд осталось. Вы чё? 6 секунд. Всё. О, господи, в пятый давайте сразу. Чё-то слишком много труп. Я, на самом деле, вообще не люблю уровни, сложность которых заключается в том, что нужно угадать, что где поставил автор. Давайте последний пятый уровень, потом в экстрас пойдем. Вот эти вот пираньи из варп-зон, конечно, немножко раздражают. Но их убрать никак, к сожалению, нельзя. Чтобы они не появлялись изначально. Эй, да блин, я ж прыгнул! Прыгнул же я! Твою же налево, да?
чувствую. Хоть! О! Да блин! Как сложно, а? Одна жизнь осталась. Да твою! Еще одна попытка. Давайте еще попытку. Еще одну попытку попробуем, но какое-то сложное начало уже сразу. Поднимайся быстрее, блин! Она очень быстро. Да быстрее, ну я же не успеваю это сделать! Стой! Ой! И времени осталось мало, я не знаю, как я это вообще сейчас успею. Так играет, блин, музыка сейчас, блин. О, нет, 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 нет. Давайте экстрас смотреть. Для хардкорщиков уровни ты сделал. Так, экстрас. Special levels. А фриплей не работает. А бонус? О! Нубская зона. Для тех, кому надо жизни понафармить себе. Я, кстати, тоже сначала в своей игре думал таких же понадобавлять, но в итоге не стал делать этого. Но там есть все же способ, как нафармить жизни и прокачать персонажа. Но прокачка жизни там процессом будет долгим. Не работает. Процессом будет долгим, потому что... Developers. Потому что только по 2 или максимум 4 жизни можно заработать в бонусных уровнях. Так, Zhora, Tessers, Hora. Game Nintendo, Super Mario Bros. NES Game Builder, Андрей Келлинг. Да, хорошо. Ну что ж, такая вот... Такая вот была игра от этого подписчика. Я вообще думал две какие-нибудь заснять, но... В этот выпуск целая вот такая вот одна большая вместилась. Давайте на этом закончим. Спасибо за просмотр, с вас и кос подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой влоговый канал, на него ссылочка в описании, и на группу ВКонтакте. Всем пока!